Привет! Я всегда получаю массу удовольствия в борьбе за победу. А World of Tanks — это командная игра. И когда я вижу, что определенные действия союзника могут привести к победе, я не стесняюсь и даю советы для достижения положительного результата в бою. Иногда мои советы приносят положительный эффект. А иногда очень редко случается такое, что сокомандник принимает приглашение во взвод и вместе со мной кооперируется для достижения победы. И вот один из таких случаев запомнился мне на карте Карелия. Дело было в прямом эфире в январе 2021 года. Просто случайный челик. И мы с ним затащили бой. Привет, спасибо большое. Я думаю, бои сегодня будут прекрасные. Вы меня поддержите шоколадчиком, и все пойдет на ура. Поехали. Итак, бросает нас к 10 уровням. Все, готов. Как вы видите, 91% на начало боя сейчас. 91,2%. Постараюсь показать достойный результат. Поехали сразу. Будем снайперить. Динамика неплохая, поэтому я могу встать на снайперскую позицию. Заряжу сразу же кумулятивные снаряды. Где-то там повыше стать. То есть первое место ПТ я займу. Стоп. Опа. Ты представь, кого попал. Отлично. Эх. По итогу ТВПшка залетела, но здесь очень все плохо. Очень плохо. И Шкода там будет помирать. Вообще тут все плохо, надо уходить сразу. 140 не успела приехать. И мне туда входить нельзя, меня разорвут в клочья. А помните, как CDC здесь стоял? Он повалил как-то дерево, и его не было видно. И он тут очень хорошо отыгрывал. Давайте попробуем сделать так же. Я так представляю, что вот в эту сторону надо дерево повалить. Вот как-то так примерно. Наверное, не знаю, за этими кустами. Я не помню, за какими он стоял. В общем, эти будут работать, а те нет. Возможно, вот так, а тут тоже ж как-то... Фиг его знает, надо пробовать, может получится. Хотя это был CDC, и это был 8 уровень против тех же 8 уровней. Здесь же десятки, у них обзор-то покруче. Ой, а на горе-то хорошо отстреливает. Кто там, Шкода? ПТ-шка упоролась. Ой, стандарт. От слова Б. Класс, на каток поставил, я думаю, можно добирать. Вон он ушел. Отремонтировался Блэквуд. Ах, отъехал назад. Это его спасло. Ну там стоят два СТшника, они его точно не пустят. А здесь стартуется 75-й, броня неплохая. То есть можно здесь нормально еще держаться, крыть. Так, хорошо все. Будем ждать, пусть они выезжают. Ух ты, какая ПТшенька. Дзиньк. Пустим еще пару снарядиков. Эх. Ну там тятка, просто тяточка на крышу. Как бы на крышу попасть, я, видите, снаряды не хотят. Не хотят залетать. Ну и этот молодой человечек тоже не хочет с нами общаться. Попробуем фугасиками. Не хочет залетать снаряд. Вообще не хочет. Ладно, дудка с ним. Поехали, бросим это дело. Эх, а так видно, зеленая тяточка, пробить бы. Вазик, кстати, в одиночку там сражается. Сейчас нас зажимают. 8-3. 8-3, плохой бой получается.
Стартуюсь там. А здесь же выезжают ребята тоже. Пытаемся целить. Угу. Фигушки. Он быстрый, динамичный очень. Ну, по сути, у нас 10 СТ-шечки, вот 30-ка ушка и 140 не играют. Где-то здесь? А, он внизу едет. Где же он там едет? Вон он внизу. Оп. Ага, по опочкой. Опачки, опачки. А что семерочка? По-моему, она кроется. Давай попробуем. Точно. Представляешь себе? Не пробиваю. Это не то, что не везет. Это вообще пипец, как не везет. То есть НЛД этого танка пробивается на ура. Почему я не попадаю? Почему этот снаряд не залетел? Вопрос. Спасибо подкалиберным снарядам, я сумел это сделать. Вот еще один челик. Пытаемся его жучить. Отстреливаем прям от последних мощей. Стараемся что-то делать. Накидываем домашку. Тащим божественной силой мысли. 140, ему надо играть активно. 140 надо активно играть. Челик. Челик, уедь. Дружище, уедь лучше вверх. Помоги фача убить. 75-го я прикрою, не переживай. Помоги фача убить, мы еще затащим. Так, подожди, фача, фача, где он? Вон он, на базе, надо вверх. Угу, поехать, понял, отыграть. Понял, помогу, здесь давай, я держу запросто. Понял. Патроны заканчиваются. Пустим еще пару снарядиков. Учти, что на тортоис на плато. Аккуратненько. То есть тебе надо вот зайти снизу, снизу объехать. Прячься от тортоиса и забирай фача, и это будет победка. У меня патронов мало. Мало патронов, блин. Отлично. Отлично, теперь только... Теперь только голду не жалей. Да я без... на голде все постоянно. Блин, я его не пробью так. Не пробью, очень броня. Отлично. Вон твой, я его не пробиваю тут. А этого пробью, если он выйдет. Так. Блин, хп сколько? 1000 хп. Так, смотри, тебе надо сверху зайти, там где-то кустики. Тебе надо засветить, где торт. Сейчас нам надо вдвоем будет... Только не вступай в бой, мы вдвоем его будем забирать. Так, с 30-ка едет, упарывается. Ладно, торт твой, будь аккуратен. Блин, заканчиваются пультки. Короче, 30-ка там. Блин, а пульки заканчиваются. Как же убить-то никак. А, две патронки. Хабздец, нечем стрелять.
Пипец. Красавчик. У меня голда закончилась. Я сейчас еду. Не ко мне, ко мне не едь, ко мне не едь, едь вниз, едь вниз, сразу, не светись, едь вниз. Понял, постараюсь, понял. Едь вниз, подъезжай под скалу. Я на себя буду выпускать, а ты их сбоку просто разберешь. Да я сейчас там от башенки, в принципе, могу встать. Красавчик, бери воина. Ирина, привет. Смотри, какой бой мы тащим. Просто челика взял в команду. Не спеши, не спеши. Я их не вижу, они походу он за трупом так и стоит. Там кустик, и за кустиком труп. Светишься? Нет, без света стою. Отлично, я тогда еду к тебе. Сейчас даванем их. Смотри, тяжик шотный, а СТ-шка, по-моему, на два выстрела. Ну и плюс арта. Давай, вперед. Поехали. Заезжаем ближе к горе. Вот он. Он КД. Отлично. Отлично, СТ-шечка твоя, и артиллерию тоже можешь забирать. Вот она, слева, слева. 3 минуты еще, надо заезжать, поехали. Сейчас, не торопись. Сейчас я приму, не торопись, я приму. Едь, не только назад не отступай, нам надо задавливать, борта будет стрелять. Да, я понимаю, прекрасно, сейчас. Вперед, наезжай. Он упал вниз. Давай. Берешь? Чел, сорян, делаем победу. Арта КД, где? Где стоит арта? Блять, так и не понял, я пока отвлекся на него. Плохо. Тогда едем на базу, просто на базу едем. Выезжай на дорогу, на центр. Выезжай на дорогу. Чтобы быстрее ехать. Не-не-не, на дорогу надо было выехать. Ты по болоту просто медленнее. Ну это плохо. Такори, привет. Привет, Егор. Да проще ее найти, да убить. Дож, привет. Удачных боев. Потом зайду во взвод. Возьмешь? Вот она. Я даю шот, ты добиваешь. Я не вижу ее. Понял, я тогда добью. Точно не видишь? Не вижу. Я не пробил. Ох. Хорош, красава. Это было шикарно. Боже, взял челика во взвод. Он просто вот взял и принял взвод. Просто случайный челик. И мы с ним затащили бой. Это шикарно. Я понял, что в моем боекомплекте мало кумулятивных снарядов. Мало. Но мы сделали победу. Мы сделали. Ух, эмоции, ребята. Вот это. Вот ради таких боев мы играем в танки. Ух. Еще один мастер. Спасибо тебе за игру. Приятно было покатать. С адекватным, да, человеком, как говорится. Спасибо тебе большое, что принял взвод. Это зарешал, и мы победили. Ну да. У меня сейчас как раз на наступление будет. Ладно. Удачки вам, давайте. Счастливо. Ты представляешь? Ну вот как такое бывает, а? 1374. Это новый рекорд. Это новый рекорд на 430, вариант 2. Оу, бэйби. Оу, бэйби. Оу, мэн. Это круто. Фу. Реально затащили. Хороший бой. Спасибо большое этому челику. Просто молодец.